Сегодня сказали, завтра будет работать телевизор. Телевизор будет работать завтра.
fucking home. Watch the beat, 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 watch the beat
Taking
Приехали сегодня Дардар в говядину с медом. Мы его коптим слегка, сегодня мы не коптили, потому что у нас, к сожалению, коптилка одна, мы оставили в ресторане. Вот, здесь есть хрустящий лук, бастурма, пепел из лука паэй, то есть мы сжигаем лук, затем его мелем, очень мелко, вот такую пыль. Вот, также ягоды брусники. Гребешки немножко пострадали при транспортировке, мы очень торопились сегодня на выступление. Не супер секси они выглядят, но тем не менее. Вот, затем, значит, были перцы. Это маринованные перцы, печеные. Мы их сначала печем, потом маринуем. Снимаем шкуры, маринуем. С тимьяном, цедрой, апельсина, чуть-чуть чеснока. Затем там мусс из сыра. Значит, в сырный мусс входит наш сыр маскарпоне, который мы делаем сами. Было бы темно, при свечках бы работал. Зато холодильник работает. Да, уже плевать на холодильник, лучше бы диджейка заработала. Но тем не менее. Мусс из сыра, печеные маринованные перцы, земля у нас такая, и из миндальной муки. После чего мы собирали скумбрию. Скумбрию готовили даунтемпо в вакууме на низкой температуре. Соус из цветной капусты и бекона, икра, масло из укропа, малосольные огурцы. Вот. Значит, следом было у нас борза. Борза – это такой вид пасты, который визуально напоминает рис, но на самом деле это паста, такой обман получается, да? Едите рис, как бы рис, а на самом деле это паста. Здесь утка, которую мы готовили в вакууме, маринованные кубики из сельдерея, травы, чипсы из утиной кожи. Сейчас расскажу немножко про эту историю. Это берется утиная грудка, снимается кожа, замораживается, чтобы удобнее было потом нарезать мелким кубиком. Но просто утиная кожа, если вы пробуете нарезать ее при комнатной температуре, у вас ничего не получится. Вот. После чего эти кубики, замороженные кубики из кожи утиной, кидаются в сотейник. В сотейнике все это прогревается, вытапливается утиный жир. И она как бы такая, как шкварки получается. Они очень круто хрустят, потом весь лишний жир снимается, все это солится с тимьяном. Вот. Это с этого было блюдо номер 4, блюдо номер 5. Там приготовили ризотто с травами, с местными травами, которые мы успеваем еще пока что собирать. Вот это Ленобласть, здесь есть кислица, чай, шалфей, там куча трав. Сделали ризотто, а? Нормально вот, дальше соус из малины, в середине фенхель, мурманские гребешки, которые, да, были немножко еще у нас пострадали при переезде из Санкт-Петербурга. Вот, и мы немножко ждем, когда же у нас будет... Давайте похлопаем, ребят.